В Ульяновской области продолжается модернизация топливно-энергетического комплекса. По поручению губернатора обновление проходит на теплоисточниках и тепловых сетях. Так, например, современную газовую котельную взамен старой дровяной установили в школе села Усть-Урени Корсунского района. Понятно, что дровяная котельная – это ненадежно, это экономически невыгодно, но и как минимум несовременно. Поэтому было принято решение здесь поставить эту котельную, то есть подключить ее к газу и уже в ближайшее время начать продолжить отопительный сезон на голубом топливе. Для директора Усть-Уренской школы Людмилы Александровны это событие очень знаменательное и долгожданное. Для нее, как и для всех жителей села, здание школы является гордостью и главным объектом культуры. Вот сегодня мы дождались такого момента, когда к нам привезли газовый модуль. То есть школа будет отапливаться уже газом. Это имеет большое преимущество с тем отоплением, которое у нас есть на сегодняшний день. И мне хочется, как директор школы и от всего своего коллектива, выразить благодарность губернатору Сергею Ивановичу Морозову. В настоящее время в Корсунском районе корпорации развития коммунального комплекса эксплуатируется уже 20 теплоисточников. Программа модернизации, рассчитанная на 2017-2018 годы, предусматривает обновление 62 теплоисточников на общую сумму 489 миллионов рублей. Виктория Шикова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.